Всем здравствуйте! Сегодня я хотела вам показать, похвалиться свои клематисы, как они у меня расцвели. Вот этот я показываю. Это Blue Angel или Голубой Ангел. Вот посмотрите, какая шапка наросла. Такой вот красавчик. Вот этот меленький, красненький. Вот, называется Кармеистита Горд. Но цветет рано. Ну, вот такие вот небольшие цветочки. Переходим на Николая Рубцова. Называется Николай Рубцов. Очень красивый, цветет красиво, хорошо, высокий растет. Ну, у меня стеллы, поэтому выше они не растут. Некуда им. Вот забрались и на макушке цветут. Так, это у нас синий дождь. Синий дождь, ранний сорт. Расцветает очень рано, растет не очень высокий. Вот тут его дождь немножко прибил к низу со шовом, со стеллы. Вот такой вот. Это пурпурелла. Пурпурелла растет высокая, вот на такой вот арочке у меня. Она еще вылезла в этом году очень поздно. Ну, вот такие вот мелкие, махровые, красные цветочки. Вот так вот. Очень красивый сортик тоже. Ну, и еще хотела вам показать Хэмбли Хайбрид. Сейчас мы дойдем тут по огороду. Это Дюранта. Вот такой вот. Вот. Джипси Куин в этом году вообще подкачал. Он вот такой вот еще. Не знаю, когда зацветет. Ну, вообще он до осени цветет. Он поздний, конечно. Вот. Дюранта вот такая. О, она не плетется, этот сорт не плетется. Вот посмотрите, вот он вот так вот стоит. Только я его привязываю. Ну, тут дожди, и его вот так вот пороняло. Вот так вот он. Так, это у нас Хэмбли Хайбрид. Ранний сорт. Давно уже цветет. Придавно. Вот такие вот красивые розовые цветочки. По нем. Такой вот с шапочкой. Вот такие вот цветочки у меня клематисы в садочке. Вот такой шикарный. Ну все, на этом все. Всем пока-пока.